Понедельник в Самарской области облачно с прояснениями, дождь, днем плюс 2, плюс 4, ночью 0, плюс 2 градуса, ветер северный и юго-западный, скорость 1,3 метра в секунду. В Сызрани пасмурное небо, осадки в виде дождя, днем плюс 4, ночью плюс 2, ветер юго-западный 2 метра в секунду. В Тольятти пасмурный дождь, температура воздуха днем плюс 4, ночью плюс 2 градуса, ветер юго-западный 3 метра в секунду. В Самаре малооблачно, возможен небольшой дождь. Днем плюс 3, ночью минус 1. Ветер северный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 87%. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.